Посетить музей, не выходя из дома. Тольяттинский краеведческий музей презентовал новый проект «Музейный конструктор онлайн». Это экскурсии, музейные занятия, лектории, которые предназначены для старшеклассников и студентов. Всего было сформировано 25 образовательных программ, адаптированных под дистанционный формат. Доступ к ним существует в двух вариантах. Первый – видеоуроки по истории, природе, экологии и творчеству. Второй – онлайн-трансляции занятий с возможностью задать вопросы в реальном времени. А представители школы детских садов, те, кто уже опробовал новые музейные программы, поделились своими впечатлениями. Проект стал победителем конкурса «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Это позволило оснастить музей специальным оборудованием. Конечно, мы говорим все про онлайн, конечно, мы все хвалим, что это здорово, но вместе с тем мы прекрасно понимаем и никогда посещение музея не заменит никакой онлайн. А потому что зачем музеи идут? Музеи идут за эмоциями, в первую очередь, не за знаниями, а за эмоциями, с чувством сопричастности к этому периоду. У нас прекрасная экспозиция, мы этим гордимся, одни из лучших экспозиций в Российской Федерации.